Уважаемые коллеги, меня зовут Наталья Гусева. В следующей лекции мы посмотрим с вами профессиональные суждения бухгалтера, которые не регулируются никаким нормативно-правовыми актами в настоящее время, но очень широко стало применяться в нашей бухгалтерской практике. Я расскажу вам, почему важно составлять профессиональные суждения бухгалтера, и расскажу, как его составлять. Смотрите на видео «Консультант».